Uh-oh. Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить Crysis 3. На этот раз мы попали в Чайнатаун и узнали о том, что после того, как мы обнаружили Альфа-Цефа, обнаружили то, что Альфа-Цеф является главным источником питания у Селл, мы узнали, что они хотят запустить операцию «Восход Красной Звезды». А мне кажется, хотя еще это не раскрыто, мне кажется, они просто хотят уничтожить ядерной боеголовкой Альфа-Цефа. Потому что, ну, собственно, а какие у них еще варианты есть? Кроме этого, они действительно его очень сильно боялись. И боялись не зря, потому что он может уничтожить не только их, но и вообще все. Теперь давайте зачищать вот такой вот район Чайнатауна. Разрушенный, полуразрушенный. Здесь у нас какие-то животные. Нам нужно отрегенерировать нашу энергию и пробраться через этот райончик. Как всегда, 200 метров у нас цель. На этот раз не так уж и близко. Кстати, надеюсь, тут нет крокодилов. Но, в общем, мне не очень хочется разбираться с этими идиотами, зачищать весь район, ходить тут их разыскивать, потому что мне проще действительно просто пройти. А это что за... Надеюсь, это не значит, что тут крокодилы водятся, какие-то омуты. Железный конь, это их звезды. Наверное, засовывают свои грязные секреты в Шреда. Пророк, если тебе удастся найти эти данные, то, может быть, ты узнаешь, кто меня пытал. А тут может быть целый склад секретов Селл. Так, нас чуть не взорвали. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну и все, а теперь уходим. Да, они там нас ждут, видимо, где-то на выходе. Я пока не вижу точно, где они. Не хочу атаковать. Надо, нельзя на эти шашки, кстати, заходить, потому что они видят, где я нахожусь, когда я прохожу рядом с этими шашками. И опять спрятался в этом укрытии. Отлично, оно меня хорошо, хорошо очень накрывает. Хорошо. О боже мой, какой испуганный чувак. Мне даже убивать его жалко, честное слово. Давайте я просто попробую пройти и все. Такие они тут страдальцы. Нет, я просто умру. Я погибну. За что же? Действительно, за что ты хочешь погибнуть? За свой глупый Селл? Кто они тебе? Братья, сватья? Никто. Всего лишь тебе денежки платят. И денежки тебе они платят именно за то, что бы ты помер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот чем опасно. Опасно взломать пушку не полностью. И мы просто наверх залезли, а пушка нас тут не достает. Отлично. Так, иди-ка сюда, иди-ка сюда. Как ты сюда пробрался? Я тебя даже и не заметил. Удивительно. Так. Так, здесь чисто, хорошо, давайте вернемся. Давайте вернемся. Я хочу взломать эту пушечку. Уже очень она мне нравится. Так. И последний. Есть. Пушечка наша. Ха-ха. Минус один. Отлично. Так, давайте двигаться дальше. Я восстанавливаю энергию, как всегда. Не-не-не, ну что ты взял? Возьми лук нормальный. Вот так. Надо будет перенастроить кнопку визора. Потому что она уже очень мне неудобно стоит. 135 метров нам еще надо пройти здесь. По этим трущобам. По этому бардаку. Так, кто у нас здесь? Никого, отлично. О, хорошая турелька. Отстреливает этих дураков. Так, здесь плиточка. Какая-то на стене странная. Никого нету. Опять восстановим энергию. Идем дальше. Да-да-да. 135 метров. Похоже, что... Похоже, что вот этот...
так сказать, прожектор. Я засек железного коня. Отлично, ищи файл лаборатории. Этот прожектор очень-очень хорошо нас, похоже, видит. Еще как демаскирует нас, они просто отлично. Сопровождение. У тебя будет время на перехват. Не то чтобы это важно, но мне необходимо выяснить, кто меня пытал. Это поможет решить некоторые проблемы личного характера. Ага. Какие у тебя проблемы личного характера? Почему мы их должны решать? Пророк, одна проблема, Альфа-Цеп. Так, что, здесь неужели нет ни одной модернизации нано-костюма? Вообще, обычно в таких местах должны лежать комплекты модернизации, а тут ничего нету. Странно, в некоторых местах вода вот так вот колышется. Причем я не представляю, что это значит, честное слово, потому что и омута там нету, то есть нырнуть я туда не могу. И... там никого нету, собственно. Кто бы меня смог там оттуда съесть, ничего себе. Я прошел мимо, ящик развалился, только ногой дотронулся и все. Ух ты. Че это он тут? Дохлый, что ли? Так, давайте взломаем турелечку. Кстати, заметили, пока мы ее взламываем, она куда-то вниз смотрит. Че это с тобой, паренек? Да, что-то с ним не то. Ну тут никого нет, даже турель никого не отстреливает. Как-то скучно. Ладно. О, а вот нас... и увидели! Ух ты, елки-палки! Ну-ка быстро за мной зашли сюда и нарвались на пулемет. Придется его выкурить. Давай, давай, давай. Ну, зайдите, нарвитесь на пулемет. Что? Неужели идем. Они его могут перепрограммировать? Все время вот эти одуванчики летают вокруг. Ладно. Перезаряжу энергию и... куда он уставился? Там кто-то стоит внизу, что ли? Как они вообще узнали, что я тут? Надо бы стрелу забрать, она туда вниз туда воткнулась. В стенку. Но сначала я разберусь с этими... они ушли, что ли, отсюда? Дебилы, а. Давай. О, забрали стрелу. О, смотрите, следы животных. Чем-то следы животных подмечаются, а следы людей не подмечаются. Ладно, давайте идти дальше. Нечего нам тут рассусоливать. Размусоливать. Как нам туда пробраться, не понимаю. Тут... какой-то вход в катакомбы, что ли, должен быть, или что? А, вот он. Давайте туда идти. Отлично. Кого там нету? А, я тень вижу. Ух ты. Ух ты, ух ты. Ничего себе у вас директива. Взрывайте на куски. Ух ты, и тут мины, смотрите-ка, с черепками, прям как в мультиках. Но нас пока никто не видит, сверху пацанчика мы сейчас уберем. Минус один. Минус второй. Класс. Что, больше никого здесь нет? Да есть наверняка, просто еще не показались. Так, перезарядимся. Вон он пробежал. Сейчас мы за ним пойдем. О, подождите-ка, еще одна турель. Этот гад использует стрелы. Давай, давай. Взломать. Ну, я же вижу цель полностью. Чего ты, в чем проблема? Ну. У нас тут покой. Он не хочет взламывать. Ну, вы поглядите, а. Куда ты идешь ты, елки-палки? Хотя нет, смотрите-ка, от него тоже вроде следы оставались. То есть его направление движения все-таки показывалось мне. Хорошо. Ой, все эти зачистки территории мне реально вот надоедают. Это так однообразно. Давайте визором взломать. Ну, это вот как-то уже попроще. О, это веселье, а. Вот это я понимаю. Давай еще у кого-нибудь убей, что-то так мало-то. Одного всего лишь прибило. Или даже не прибило, я что-то труп его даже не вижу. Ну ладно. Что поделать? Так, 14 метров, нам надо наверх как-то подняться.
Где тут лестница вообще в этом доме разломанном? Одной лестницы нет на квадратный метр. Туговато тут, конечно. Туговато. Кто-то тут опять шляется рядом. Не хочет показываться. Ну, давай, покажись. Где ты? Хотя ты мне мало важен. О, я нашел лестницу. Че они все на сортирах мертвые сидят? Я не понимаю, что сортиры убийцы, что ли? Или что? Что с ними случилось? Я уже второго чувака дохлого на сортире вижу. Или это они, что ли, усаживают? Усаживают после того, как их прибьют, что ли? Не понимаю, смешно, что ли? Или как? Кто тут у нас? Где, где? Я слышу, слышу, что вы говорите. Там быстрей, медленней. Вообще, в темноте вы меня увидеть просто не можете. На свету, да, я могу отсвечивать, еще как. А вот в темноте я призрак-убийца. Неуязвимый охотник. Да нет, конечно, еще какой уязвимый. Главное, энергию умно расходовать. Так, еще выше, что ли, нужно? О, еще на этаж выше надо. Ладно. Где у вас опять тут лестница? Долго я еще тут бродить буду? Наверное, в упор все-таки я сейчас думаю, можно убивать и без натяжения лука. Отлично, вот у нас лесенка. И давайте, давайте уже, где? Сейчас, тут еще, наверное, пару чуваков нужно зачистить будет, по-любому. Я чего так шкерюсь-то, кстати, по углам? Потому что все-таки на ветеране сносят очень быстро, я вам скажу. Очень-очень быстро сносят. Так что надо быть аккуратным. Так, что у нас здесь? Патрончики. Отлично. О, комплект модернизации нанкостюма. Какие-то данные. Не сразу стоит, конечно, бежать вперед. Сломя голову, видите, можно найти комплект модернизации. А это у нас что? Это опять какой-то альфа-шакал. Мне не хочется брать эту пушку. У меня есть снайперка. Давайте все, использовать эпиплан. Или как там? Эпиплайн? И давайте двигаться, наконец, к нашей точке. Мы заблокировали информацию. Видимо, мы никогда не узнаем, кто выдрал меня из нанокостюма. Проверка связи. Пророк, ты слышишь? Связь была нарушена. Электромагнитный импульс вывел из строя сеть. Раш в самоволке. Надо бы его найти. Майкл Дайер. Псих это Майкл, что ли? Смотрите-ка, Раш свалил куда-то. В общем, что это значит? Это значит, что он нам что-то должен рассказать интересное. Но, видимо, потом. Кстати, у нас комплект модернизации есть, так что давайте я улучшу то, что хотел. Защита от ИМИ и восстановление заряда. Вот это классная вещь. Остальное я, в принципе, посмотрел. И не очень это, в общем, мне по душе пришлось. Можно, кстати, сохранить этот набор. Смотрите-ка. Опа! Этот набор сохранился, и можно быстро менять эти наборы в процессе игры. Ну-ка посмотрим, насколько у нас энергия. Да, быстрее намного стало восстанавливаться, отлично. Ну и, наконец-то, закончатся эти дома бесконечные. Надоели они, честно. Какие-то уровни все время. Классный уровень, хороший уровень, неплохой уровень. Потом уровень мучения, который вы обязаны пройти, он обязательно... не понравится. Не бывает такой что-то игры, где все уровни бы нравились. Честно, какой-нибудь из уровней будет просто уровнем издевательством. Особенно какие-нибудь канализации поганые. Как они раздражают. Охотца. Готовьте людей к новой битве. Правила изменились. О, да, только пророк знает. Насколько изменились правила? О, боже! Никак нет. У Цефов общий коллективный разум, управляемый Альфой. Теперь, когда он на свободе, они просыпаются. Если эти носители разума — часть процесса, то мне нужно быть настороже. Коллективный разум? Но в твоей ДНК много внеземного материала.
Не думаю, что это хорошая идея. Да? Не думаешь, что это хорошая идея? А я вот думаю, что плохая идея — это когда вот эти охотники уже не будут бежать на меня в рукопашную, а будут стрелять издалека. Блин, мне это совсем не нравится, совсем не нравится. И да, очень хочу обратить ваше внимание. Какого хрена он тут делает? Многочисленные силы цепов направляются к нам! Паша 436, это наземная часть Тета-2, мы укрепляем оборону. Тета-1, это дозорный. К вам направляются крупные силы противника. Я насчитал 8, поправка, 10 частей. 10 частей? Это я, кстати, к слову сказать, часть — это не единица. То есть 10 отрядов, блин, ну это реально много. Мне столько за всю игру, наверное, не перебить этих цефов. Хотя, кто знает, может там день тир будет веселый. Пророк, отзовись! Встреча! Пать ее! Ломите им, пока они не сели нам на голову! Ой-о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 й, вы поглядите-ка! Сзади! Эти цефы! Я думал, все ублюдки на линчане были крутыми! Давай! Так, что я там взял? Не знаю я, что я взял. В общем, как бы нас сейчас просто не прибили. Коды взлома успешно внедрены. Это, конечно, отлично. Надо мне сначала этих ребят зафиксировать. Иначе я эту зону не пройду. Ты, там еще кто-то прыгает? Ох. Так, еще там один. Все, на этот раз. Давайте опять восстановим нашу энергию. Не, вы поглядите, да тут война уже началась. Только начало игры, а тут какая-то лютая война уже идет. Ой, ё-моё, опять вот эта территория, через которую нам придется пройти. Несмотря ни на что, у нас опять мало энергии. Сейчас она выключится, и нас атакуют. Энергия восстановилась, я меняю позицию, пока нас не прибили. Смена позиции — это залог успеха. Не совсем, конечно. В общем, достали вы меня. Подохни, урод. Давай, давай, перезаряжайся. Фух. Отлично. Отлично, отлично. Включили броню. Граната, да пофиг, она за стеной. Чего нам от нее не будет? Кстати, заметьте, они не будут пользоваться ими гранатами. Потому что фига его портануло, а. Ёлки-палки. Эта граната уже пожестче. Давай, 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 давай. Давай, вот так. Фух. Так, что у нее там за пушка-то? Давайте переключим. Возьмем. О, пушка цефа. Он может взаимодействовать с оружием цепов? Майкл, ты знал об этом? И как далеко он зашел? Как далеко я зашел? О, это вам придется еще увидеть. Это вы еще не все видели. Итак, я включу опять маскировочку. Давайте. Перебьем их всех. Нечего нам. И все, что ли? У меня боеприпасы сейчас кончатся. Так, 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 так. Нужно сказать всего лишь несколько раз так, так. И дело наладится. Давайте... О, нет, по нам опять кто-то атакует. Давайте его просто прибьем. У нас, конечно, не так много патронов. Вон он. Yes, готов. Так, где бы мне найти труп? Все поисчезали уже, да? Йо, граната! Так, граната — это плохо. Давайте выкинем нафиг это оружие и пойдем уже... По-тихому, хотя нет, по-тихому не получится. Давайте его убьем. Yes! Прямо в голову. И заберем твое оружие. Ага, отлично. Нет, где? Где оно? Ох, как я не люблю, что он его выкидывает все время. Готов. Фу. Так, как-то можно... О, да, можно сменить режим стрельбы. Давайте в невидимости пройдем здесь. Почему-то у меня враги не отмечены. Я вроде их отмечал. Но... Ух ты, вон цеф один идет. Этих
потихонечку. О нет, кажется, нас увидели. Опять невидимость. О, проходим, 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 проходим. Проходим, надо спрятаться где-нибудь. Где же нам спрятаться? Вот наверх сюда. Давай, запрыгивай. Запрыгивай, запрыгивай, запрыгивай. Yes. Все, сидим. Сидим здесь, сидим, восстанавливаем энергию. Все путем. Все путем. И проходим дальше. Все, почти мы добрались до нашей цели. Система X. Альфа-Цеф. Ну, да, что ты ожидал, собственно. Да, это он или оно, или что бы это вообще ни было. Все время выкидывает это оружие, мне не нравится. Оставь ты его себе, смотри, какое классное. Видимо, оно такое здоровое, что нельзя его носить где-то у себя на теле или... или типа того. Так, куда нам наверх нужно подниматься? Что-то я тут ни одного цефа не вижу, так что, видимо, можно спокойно здесь осматриваться. Нет, вот они уже нас атакуют. Оттуда? Как нам туда залезть-то, елки-палки? Дыра в стене. Не через дыру в стене? Через что? Сейчас найдем. Найдем дорогу, найдем. По-любому найдем дорогу. Туда. Запрыгнуть, что ли, просто? Не знаю. Давайте попробуем. А, у нас опять энергия кончается. Что ж такое? И да. Что, что, что убирайся, что нет? Псих. Псих. Слышу. Чего надо? Ничего, просто проверяю. Ожидаемое время прибытия на встречу примерно 30 минут. Ух ты, ё-моё! Это еще что? Это еще что? Откуда столько огня? Что случилось? Кто атаковал? Я не понимаю. Ну, невидимость меня спасет, ведь так? Ты елки-палки! Это еще что? Это еще кто их оттуда выкуривает? Не хватало нам еще какого-нибудь инопланетянина-огнеметчика. Это что такое у нас тут летит? О, они атакуют башню. Критический удар по башне. Вся наша защита пробита. Отступаем, отступаем. Башня 436, где-то Дельта-2. Мы не можем удержать позиции. Нас захватит в любую минуту. Сила противника. Твою мать, они... Ох, ё-моё. Так, я взял какое-то новое оружие. Обычная винтовка, давайте посмотрим, что я смогу с ней сделать. Глушитель на ней, или это ствол? Это не глушитель. Или это дополнительный, что ли, подствольник? Фиг его знает. Так, ну это винтовка ближнего действия. Не, ну что, я кейвольт выкинул. Не-не-не-не-не. Никаких выкидываний кейвольтов, вы что? Какие-то у нас тут данные. Раша так и не нашли. Я получаю сведения об активности цефов по всему зданию. Сел уничтожают. Сел уничтожают? Ну да, собственно, а что? Что не так, я не понимаю. Сел должны уничтожать, ты должна быть рада этому. Что в этом такого-то, я не понимаю. Ух ты. Кажется, сейчас мы увидим, кто их сжег. Да? О, блин, ё-моё, что это? О-оу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я видела таких только. Пайлот Сел. Что, готов? Ха-ха, как все было просто. Всего лишь атаковать его в спину. Мы забрали у него огнеметик. А мы можем менять режим огня? Нет, не можем. Мы можем его только выкинуть. Прекрати выкидывать чудесное оружие. Все время выкидывает классное оружие. Ух, вы посмотрите-ка. Красота-то тут какая, а? Пророк, сеть почти налажена. Но полевые командиры докладывают,
что цефы повсюду. Периметр чист, но внутри... Боже мой, они истребляют все живое. Мне нужно найти Раша. Я к этому не готова. Ха. Пророк, внимание, рядом с твоей локацией сломанный крикун. Цефы активизировались, так что он снова может заработать. Отойдешь подальше, не привлекая внимания? Может быть, но если у него есть источник питания, я мог бы им воспользоваться. Такс, воспользоваться крикуном, вот это круто. Это действительно круто. Помню, как во второй части я их уничтожал, вот это была задачка, так не из легких. Так, где этот говнюк? Ага, он нам спину показывать, конечно, не захочет. Еще бы, он что, дурак, что ли? Нам опять нужно пробираться через эти территории. Сколько можно, боже мой. Побольше скриптов, что ли, каких-нибудь сделали. Ну, хотя, действительно, они, не знаю, то ли лень, то ли не хотят отходить от, так сказать, традиций шутера. Ух ты! Он еще и взрывается, оказывается, под конец. Это вообще не входило в мои планы. Ё-моё. Так, уходим отсюда. Нафиг. Не хочу я с тобой связываться. Долбаные огнеметчики. Хотя не очень-то они нас сожгут. И, в общем-то, им надо атаковать с ближнего расстояния. Так что, на самом деле, проще от них все время сваливать. Но это пока что. У меня есть дело над лабораторией. Вот под башней один, Браво. Встретимся там. Тебе не обязательно возвращаться туда, Майкл. Я могу управлять им дистанционно. Все будет нормально. Я больше беспокоюсь о пророке. Ага, нашел о ком беспокоиться. О чуваке в суперкостюме, ну да. Так, еще немножко патрончиков. Да я опять выкинул огнемет, мне это достало уже. Хотел зарядиться, а выкинул оружие. Так, это еще что? Это зонд, походу, какой-то летающий у нас тут. Вот и все. Потушили. Ой-ой-ой, кто-то по нам стреляет. Тихо. А, это... Это вы, уроды. Гори. Ха-ха-ха, отлично. Надо бы его пушку раздобыть. Ой-ой-ой, гранатки. Да почему у нас энергии-то нет? Я не понимаю, кто ее все высосал. Так, обходим. Как хорошо, что здесь много путей обхода. Честное слово, просто превосходно. Особенно вот эти идут, а мы за ними. То есть перед ними. О-о, нас увидели. Бежим. Включаю броню, пробегаю. Что ж, дорогие друзья, на этом я хочу закончить прохождение моей 7-й части по игре Crysis 3. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Гидеон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.